разному канал, сотый раз снимаю это видео, все никак не могу заснять. Очень мало покупок, но все же они были из магазина Fix Price. В общем, начну вот с этих полотенец. Я их всегда беру, бумажные полотенца двухслойные. Я взяла их две упаковки. В общем, взяла вот такой вот, вот такую вот бутылку для воды. 700 миллилитров объем. Взяла, я езжу на велосипеде на работу и думаю, вот как раз отлично. Надеюсь, что конструкция выдержит. В общем, здесь какое-то ситечко внутри. Она открывается. В общем, здесь такое ситечко, оно убирается. Вот так вот. Можно водичку с лимоном, кто любит. Я обычную воду. Вот. Немножко пахнет пластиком. И внутри вот такой вот держатель для руки. 99 рублей стоит. Также приобрела вот такой вот пакет, который все сложила. Он стоит 16 рублей. В общем-то, недешево. Взяла вот такую вот кашу Геркулес с яблоками. Не знаю, попробую. Вкусно, нет. Иногда хочется. Такой вот Геркулес. Не видела никогда, что там продаются каши. Первый раз. В общем, купила вот такое вот мыло. Осенний вальс. Земляника. Обычно беру с яблоком, но не было. Также взяла вот такие вот целебные травы. Это такое вот мыло. Но я не знаю, оно мыло скраб. Вроде да. В общем-то, решила приобрести. Взяла вот такой шампунь целебные травы. Посмотрела видео, говорят, очень хороший шампунь. Думаю, попробую. Обычно я не беру такие шампуни. Вообще Fix Price не предпочитаю их брать. Ну, вкусно очень пахнет. Такой запах приятный. Прям вот как шампунь в детстве. У меня такой шампунь был, кажется, таким запахом. Также взяла вот эту вот глину для лица. Для лица, тела и волос. Ничего себе. Универсальное средство. Я вот такие баночки покупала. Вот каждая баночка стоит 55 рублей. Я их отвезла за город и, к сожалению, еще не пользовалась. Вот. И купила вот такой вот крем для рук и ногтей. У нас на работе я часто... Ну, вообще, по профессии, скажем, положено очень часто мыть руки. Вот, я не знаю, каждые 5 секунд надо мыть руки. Вот. И руки, естественно, сушатся и все такое. Я, конечно, утрирую, что каждые 5 секунд. Ну, ладно. Вот так, короче говоря, выглядит этот крем. Я не знаю насчет того, какой он. Ну, я просто взяла такой большой объем. Думаю, надолго хватит. Надеюсь, хороший. Вот так. Это были все мои покупки. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.